Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ по 19-му каталогу Фаберлик. Вот такая вот огромная коробка, заказик на 50 баллов с новиночками, давайте скорее распаковывать. Я, девчонки, его уже распаковала на пункте выдачи, на этот раз мне не домой прям привезли, а я ездила сама и решила проверить, потому что все-таки сейчас предновогодние цвета, очень много заказов у компании Фаберлик, я все проверила на пункте выдачи, все хорошо, там все замечательно, все пришло, никаких недовложений нету, и сама на пункте уже запечатала вот так вот скотчем, чтобы мне было удобно нести. Так, открываем. Всю коробку порвала. Ой, все открываем. Здесь топулечки, топульки. Все, открыла. Так, каталог и топульки. Они в отдельном у нас пакетике вот так приходят, смотрите. Я заказала бычки. Сейчас сразу с вами распакуем. Покажу вам их вблизи. Потом покажу на ногах. Так, сейчас артикул сразу. Смотрите, так, модель TPW022, это бычки, но это, наверное, артикул, вот он, 885-670, в размере 39-41, у меня 39 размер ноги, сейчас посмотрим с вами заодно, в самый раз они или нет. Так, пакетик улетай, вот как выглядят тапки, ой, какая прелесть. Год же мой, год быка. Как я могла себе не взять эти тапочки? Конечно же, взяла. Очень, девчонки, мягкие. Если какие-то у нас там есть с небольшим таким задничком, да, то эти без задничка. Просто вот такие мягкие. Внутри здесь какая-то картонка лежит. Вот так вот, да? Чтобы они сильно не деформировались во время транспортировки. Так, вытащили. Сейчас коробку отодвину, покажу вам, как следует. Котен, помогай! Так, вот. Вот они, тапки. Вот такая у них подошва. Вот размер 39-41. Она очень мягкая. Она гнется. Это хорошо. Видите? Но в то же время она вот такая вот толстая, прочная. Здесь как ортопедическая стопа. Запоминающая, мне кажется. Смотрите. Вот такие вот красавчики. Два бычка. Вот она гнется хорошо. Подошва. Вот. Сейчас передом поверну. Ну, здорово. Здорово, мне нравится. Все сделано вроде аккуратненько. Нигде ничего не вылезает, не лезет. Очень красиво. Ну что, класснючие, девчонки, тапочки. Прям супер, мне понравились. Сейчас померю, покажу, как выглядит на ножках. И заодно сориентируемся с вами по размеру. Девчонки, тапочки. Вот как они смотрятся на ножке. Классно, очень удобно, мягенько. И вот 39-й мой, да, если до конца ногу воткнем, то вот чуть-чуть остается, да. То есть на 39, 40 как бы нормально. 41, мне кажется, уже нет, будет маловато. Сейчас встану. Ну, классные, вообще классные. Вот такие вот хорошенькие тапочки. Очень приятно в них ходить. Дальше в отдельном пакетике пришел травяной сбор. Молодцы, Фаберлик. А это я взяла себе кардио, травяной сбор «Здоровое сердце». Вот так он выглядит. Здесь у нас, по-моему, 20 пакетиков, если я не ошибаюсь. Я брала уже очищение день-утро, 21. Здесь трава мяты, тысячелистника, плоды боярышники, трава омела, иван-чай, трава донника, трава пустырника. Очень хороший состав, замечательный просто. Так, артикул. Артикул 156-64 именно этого чая. Он в обычных таких пакетиках, как и в аптеках, продаются травяные сборы. Сам пакет с зип-заглушкой, чтобы у нас влаги слишком много не было. Ой, как вкусно пахнет. Что же это у нас так вкусно пахнет? Мята. Мята, боярышник ярко чувствую, слегка пустырник. А так в основном сильно выражена мята, прямо боярышник. Здорово, вот такие вот пакетики буду пить. Буду пить, запаковываем. Так, дальше покажу вам, что у меня взяла соседка на подарки. Мало-мало очень осталось тематических продуктов к Новому году. Разбирают девчонки моментально. И мои консультанты тоже пишут, что и мыло все покончалось. Мы сквиш хотели взять, ребенка просил, уже нету. Нету второй период, нету давно. Но пока у нас еще были вот такие вот подарочные наборы. 5 штук она у меня заказала учителям. Учителям на подарок, девчонки, положить.
Очень приятно, как дополнение к подарку и вообще сам подарок. Мы с вами уже распаковывали, там три кремушка идет, таких мини-формат, удобно бросить даже в маленькую сумочку, вообще удобно носить с собой на работу куда угодно. Так, артикул подарочных наборов 0494, и он у нас тут запакован таким как бы скотчем, да. Вот такие очень милые, приятные подарочки тематические к Новому году. Красивая упаковка, здорово, 5 штук откладок. Она же у меня уже заказала 6 штук мыла, она хотела варежку, но остались на нашем складе только елки, то несколько штук, их не было, 6 одинаковых, и бычки. Но бычки, мне кажется, еще лучше, как-то это прям, ну, тематический год быка, да? Вот такие вот мыло, 6 штучек. Артикул 26-22, мы с вами открывали елку, да, елка у нас сейчас лежит на кухне. Вкусно пахнут они, тут даже через упаковочку слегка чувствуется. Очень приятный аромат, такой еле уловимая душка, очень нежная, парфюмерная, приятная, здорово пахнут. И тоже приятно, вы знаете, такой открываешь там мыло-бычок, кто пользуется кусковым мылом, я лично его не очень люблю, тому прям вообще будет здорово. Так, дальше, давайте детские покупки теперь, потому что она стоит уже тут и ждет. А, взяли вот такой вот спрей для волос, девчонки, кошка Малина, вот так он выглядит. Это послушные волосы послушным принцессам, спрей для легкого расчесывания волос кошка Малина. Первый раз берем. Артикул его 2346. Мы до этого брали кошку Мангу. Кошку Манго. Она с блесками. Но облегчение расчесывания совсем не давала. Поэтому захотели попробовать вот такой спрей. Смотрите, он двухфазный. То есть вверху тут как такие масла персикового цвета. А дальше жидкость такого малинового. Мы должны, наверное, с вами вот так все это дело взболтать, смешать. И получается однородная масса распылять на волосы. Да? Давайте потестим аромат. Малина ярко выраженная, очень-очень ярко выраженная, очень вкусно. У нас на кошку малина, на шампунь пару лет назад была аллергия, прям пятна по всему телу. Вот, но я надеюсь, от спрея для волос такого не будет, но если будет, я вам обязательно расскажу. И действительно ли облегчает расчесывание, волосы у нас длинные и редко что действительно помогает. Так, дальше, держи спрей свой, можешь нюхать. Из детских что у нас еще покупочек с вами? Пасты, девчонки, 3 штуки. Сейчас очень хорошая на них цена идет. Акция вообще на всю детскую линейку. При покупке 2 средств срабатывают желтые ценники. Паста выходит за 60 с чем-то рублей. Да, еще плюс скидка консультанта вообще за копейки. Мне очень нравятся детские пасты. Мы взяли 3 штуки, как раз в комплексе у нас это был спрей, 4 продукта, получается, сработали желтые ценники. 2 6 плюс груша и одну я взяла 3 плюс для разнообразия яблоко. Она пахнет яблочком, она сама такого зеленого цвета, очень сочное зеленое яблочко, аромат нравится. Действительно круто очищает зубную эмаль, никаких нареканий у нас нет, мы уже 2 года непрерывно пользуемся только вот этими вот пастами. 23,58, 3 плюс зеленое яблочко и груша, она тоже такого зеленоватого цвета, действительно пахнет грушей. И груша у нас 6 плюс 23,59. Вот такие вот пасты. Так, еще я брала щетку. Она в акции не участвовала, девчонки. Я ее и в каталоге ее нету. Я на сайте нашла детскую щетку. Мы уже такую брали. Она у нас 6 плюс. И здесь очень классный размер. Я вот второй раз повторяю, мне безумно понравился. Артикул 114,79. Здесь, девчонки, вот именно размер вот этой головки, он самое оно. Видите, немножко первый ряд выступает. Вот. Она и не как взрослая такая огромная, и уже не такая маленькая, как детская, да, совсем, которая 3+. Поэтому вот очень понравились, щетки классные. В магазине просто вот такого размера не найдешь. Из новинок, точнее, новинка прошлого каталога, взяла, девчонки, глиттер. Глиттер взяла по программе Faberlic Like, потому что что-то мне пока ничего не надо. В следующем каталоге, наверное, по этой программе возьму кушон новый попробовать. Сейчас еще добью осиуловский. Артикул 64,86, здесь 2,5 грамма. Девочки мне в комментариях нахвалили, мне захотелось. И по программе Faberlic Like он вышел очень бюджетно. Мне нравится упаковка, здесь такая она шершавая. Даже вот хотелось, чтобы сам глиттер был такого оттенка, но нет, глиттер у нас серебряный. Ну-ка, а, он запечатан, девчонки, он здесь еще заслюдирован. Не все так просто. Опа, оторвали. Все вроде со всех сторон оторвала. Открываем. Так, вот как он выглядит. Вот такой серебристый, я вам сейчас поближе покажу. Еще сводчик сделаем. Аромата практически никакого не имеет. Легкая ванилька чувствует. Ой, какой классный, слушайте, мы сейчас с вами прям навеки нанесем. Вау, какой классный. Кремовая текстура, в которой много-много блесток. Все, сейчас покажу вам поближе и навеки нанесем. Вот, девчонки, как выглядит сам глиттер в баночке, да? Все равно всей красоты не придает. Там даже звезды крупные есть, можно подцепить. Вот сводч. Очень красиво смотрится.
так вот прям мерцает. Камера даже не хочет вам передавать всей этой красоты. Бликует. Так вроде получше. И сводчик. Сейчас нанесем с вами навеки и посмотрим, как это будет смотреться. Мне кажется, круто. Я прям пальчиком. Ой, как здорово. Если не хотим сильно много, можно поменьше. Смотрите. Видите, как сияет? Я еще хочу добавить. Ой, звезда крупная зацепилась. Сейчас как прилипнет на глаз. Ага, прилипла прям посередине. Я звезду только уберу. Я ее не хочу. О, звезду убираем. Так здорово. Сейчас посмотрим заодно, будут ли они осыпаться или нет, или прям как влитые. Вообще классно очень мерцает. Сейчас на второе веко нанесем. Мне нравится. Так сразу взгляд освежают, да, вообще тени с таким мерцающим эффектом. И с одной стороны, конечно, хорошо, что они без оттенков, потому что этот глиттер можно накладывать на любой оттенок, на любимый оттенок ваших теней, да, и у вас будет смотреться так, как вам хочется. Ой, вообще красота. Здорово как. Мне нравится. Красиво, достойно смотрится на Новый год. На повседневку, конечно, они немножко сами блески крупноваты. Но я бы и на повседневочку сейчас зимой носила. В предновогоднюю недельку, в праздничные дни. Сейчас поближе вам покажу. Мне нравится. Очень красиво. Прям здорово вообще. Кстати, с руки очень тяжело стереть. Он не стирается. Здесь нам только нужно что-то водостойкое, либо салфетка. Котен, подай салфеточку просто, пожалуйста. Так, взяла для уборки, девчонки, меланиновые губки. Они у нас называются Faberlic Губка Ластик. Угу, спасибо. Губка Ластик. Можно найти в магазинах подешевле. У нас получается 70 с чем-то рублей упаковка со скидкой 26%. И одна губка, то есть 36 рублей, да, у нас выходит. В магазине можно найти подешевле, но они сейчас, в принципе, везде подорожали. Это находка просто. Артикул 110-42. Девчонки, это губка, которая без каких-либо средств убирает самые сильные загрязнения. Я люблю ей чистить плитку на кухне от загрязнений, да, жира. Вот этими губками меланиновыми можно даже чистить пуховики, которые вы не хотите стирать в машинке. Я так делала, пуховики, куртки. Все вычищает, всю грязь. Но когда вы ей работаете, она стирается, да, рассказываю для тех, кто еще не пробовал. То есть в процессе своей работы вы чистите, она стирается, совсем стирается, да. И то есть вот одной губки хватает мне примерно вот всю кухню убрать, да. Все помыть, все почистить, потом она стирается, становится все меньше, меньше, меньше. Средства никакие для нее не нужны, мы ее просто мочим, отжимаем. Это находка. Кто, девчонки, не пробовал меланиновые губки, я прямо от души рекомендую. Сейчас перед Новым годом привести квартиру в порядок. Пробуем с вами стереть салфеткой. Салфеткой стирается. Салфеткой все стирается, все отличненько. Поехали дальше. Так, серия Гринли. Взяла порошок. Универсальный, не универсальный, а для белых и светлых тканей, для стирки в жесткой воде. Мне очень нравится именно для белых тканей, я стираю им все, и цветные тоже. Артикул порошочка 118.91, он вот так вот приходит в пакетике, и здесь у нас есть вот такая вот экологичная мерная штукенция, скажем так. Но я ей никогда не пользуюсь, выбрасываю ее сразу. Я пользуюсь ложкой от обычного нашего классического порошка. Мне так удобнее, и мне хватает этой ложки. Хотя здесь как бы по инструкции расход больше. Того порошка нам хватает на 30 стирок, этого на 26. Чередую с обычным порошком, нравится и тот, но Гринли помощнее. Есть у меня видео, где мы сравнивали с вами эти порошки. В инфобоксе постараюсь оставить ссылку. Так, новиночки теперь, новиночки серии Гринли. Первое, это у нас биогель для очищения туалета, для жесткой воды, биоформула, суперэффект. Натуральный хвойный микс. Вот так он выглядит. И артикул его 108.98, здесь 500 мл. Сейчас с вами аромат потестируем, потому что прошлый наш гель для туалетов, он пах вырви глаз. Я им даже плитку между швов в ванной чистила, потому что он такой прям мощная артиллерия. Легко удаляет известковый налет. Мы с вами в следующем видео все затестим. Все затестим с вами, как он работает, действительно ли работает. Аромат эфирных масел.
Эвкалипта, ели, вот что-то такое. Натуральная отдушка эфирных масел хвойных, скажем так. Состав. Муравьиная кислота, какая-то еще молочная кислота, кокосовое масло. О, полисахарид. Натуральные эфирные масла. Какие? Не написано почему-то, какие именно масла. Но это действительно натуральный запах хвойных масел эфирных. Ладно, протестируем с вами обязательно. Так, и взяла, девчонки, кондиционер для белья. Гринли тоже новинка. В двух ароматах у нас он появился. Хватает, написано, 30 стирок. Цена, в принципе, такая же, как у обычных кондиционеров. Довольно бюджетная. А у меня аромат натуральный восточный микс. Мне хотелось именно этот протестировать. Артикул его 108,96, 0 искусственных одушек, красители фосфатов. Сейчас посмотрим восточный микс у нас, чем с вами пахнет, какими эфирными маслами. Я что-то не пойму. Я чувствую цветочную одушку. А, и немножко что ли пряности, типа корицы, что-то типа гвоздики такое. В целом аромат приятный, от белья будет пахнуть приятно. Вот по мне цветочки какие-то с пряностями, со специями. Мне нравится такой аромат. Немножко слащавый, в то же время свеженький. Классный. Кондиционер белый, жиденький такой, прям жиденький. Немножко, видите, вспенился. Вот такой вот жиденький. Мы с вами тоже протестируем. Я постираю там, допустим, часть белья старым кондиционером, часть вот этим. Потом попробуем с вами, ну или два полотенчика, допустим, возьмем. И попробуем с вами на мягкость. Действительно, как он работает. Потому что мы знаем с вами, что перевыпуск кондиционеров недавний, да, он сделал их немножко похуже. То есть старые делали белье намного мягче. Они тоже хорошо работают, но не так, как предыдущие. Надеюсь, что Гринли будет прям огонь. Ну, конечно, за заказ на 50 баллов в прошлом периоде мне пришли 10 антисептиков для рук. Хватит прям на год, на целый. Я сейчас девчонкам положу в заказы, кто мне что заказывал. Вот они. Кто сделал заказ на 50 баллов в прошлом периоде, тут в этом за 1 рубль, по-моему, там, или 10 копеек даже, какая-то такая смешная цена была, получает 10 антисептиков. 27-24 артикул. Мне они нравятся, девчонки, они классные. А сначала, когда начинаете только пользоваться, сейчас один открою, они приходят у нас зафольгированными. Когда только наносите на руки, он жидковат. Поэтому лучше, когда открываете крышечку, держите вот так вверх. Он жидковат, может вылиться. Вот такой гель, который сразу на коже тает. На коже тает, превращается в воду. Видите, как быстро стекает. И сначала бьет в нос спирт с отдушкой для меня мультифруктов. А потом, когда спирт испаряется, мне очень нравится вот этот аромат, который остается на коже. Он, кстати, остается надолго, довольно стойкий. Мультифрукт, манго, папайя я здесь чувствую. Очень вкусный. Так, мне теперь не перепутать, какой я открыла. В стороночку его убрать. В общем, 10 штук такого счастья пришло, пригодится. А знакомая у меня заказала гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ веры для своей крестницы. Заказывает вот эту линейку. Им очень нравится, очень подходит. Они довольны. 190 мл. Здесь артикул 1,6-4,4. Я уже много раз вам нахваливала вот эту малышковую линейку 0+, она великолепная. Там тоже в этом каталоге при покупке двух средств срабатывали желтые ценники, очень выгодная цена. Можно запасаться. Гели для подмывания потрясающие, с алоэ вера, с пантенолом, в общем, все здесь, что нужно, никаких аллергий. Пробовала на своей дочери, тоже периодически повторяем эту покупку, хотя нам и 7 лет, но почему бы нет? Безопасно, 0+, гипоаллергенно, вообще все потрясающе. Так, дальше. Знакомая у меня заказала гель бьюти-кафе «Каприз для души». Я взяла себе тоже такой второй. И сейчас мы с вами протестируем мой аромат. Он у нас не запечатанный, кстати, приходит, девчонки. Не зафольгирован, ничего. Мне теперь пахнет очень вкусно от рук антисептиком. Я уже ничего не чувствую. Артикул 84,10. Сейчас хорошая цена на дейзики парфюмированные и на гели для душа парфюмированные. Гели для душа самые классные парфюмированные, на мой взгляд, Faberlic, потому что они лучше всего пенятся, у них обалденный аромат, не сушат кожу, ничего. Я их прям обожаю. Раньше брала тоннами. Прозрачный вот такой гель. У нас Beauty Cafe Caprice. Мне кажется, я даже этот аромат не тестировала. Классный. Кстати, классный. Вот он, гель. Ой, слушайте, мне так нравится. Что-то мне ароматы Faberlic начали нравиться. Это что-то странное со мной происходит. Ой, какой классный. Вообще очень нравится. Супер. Ой, аромат. Слушайте, надо прям как-нибудь себе взять. 30 мл по распродаже этого аромата. Может, он, кстати, сейчас в каталоге есть. Надо посмотреть. Мне очень нравится. Сладенький, такой интересный, многогранный.
Вообще, вообще потрясающий, девчонки, аромат. Вот кто хочет протестировать аромат, можно попробовать взять гель для душа. Потрясающий. Какая я молодец, что взяла гель для душа. Теперь хочу аромат такой, правда. Так, поехали дальше. Дальше я заказала себе тушь, девчонки, из линейки Glam Team Miss Curl коричневую, которая у меня сейчас, собственно говоря, на ресничках. Вот она. Уже добиваю, уже месяца три ей пользуюсь. Любимая, пока к ней тянется рука. Мы с вами и новиночки тестили, но нет, 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 нет. Все равно возвращаюсь к вот этой вот коричневой туши Miss Curl. Артикул ее 5762. Сейчас прям старую убираем. Пустые баночки и оставляем с вами новую. Уже буду завтра пользоваться ей, поэтому открою вам, покажу, какая здесь классная кисть, изогнутая. Вот такая вот она, да? Очень силиконовая, для тех, кто любит силиконовые кисточки. Никаких комочков, никаких паучьих лапок. Прекрасное разделение, удлинение и легкий объем. Не сильно объемный, я не люблю сильно объем туши, потому что от них ресницы кто в лес, кто по дрова. А я люблю, когда они такими стройными рядами лежат и смотрят вверх. Здорово их фиксирует, быстро очень застывает. То есть вы этой кисточкой изогнутой их вот так подогнули, можно немножко подержать, и все, они у вас в этом положении застыли. И супер вообще, тушь эту обожаю. Всем рекомендую, тушь великолепная. Дальше у меня знакомая заказала карандашик из новинок. Это у нас, девчонки, карандаш для бровей в оттеночке 5820. Название вам, к сожалению, не скажу. Мы можем с вами посмотреть его цвет, вот такой вот холодный. 5820. Свотч делать не буду, не мое. Это такой, девчонки, знаете, благородный темно-коричневый цвет, который, знаете, такой коричнево-серый, я бы даже сказала. Без рожены, абсолютно точно. Закрываем его обратно. Так, поехали дальше. Еще у меня вот такой парфюмированный гель в заказе. Инкогнито тоже девочка заказала для своего любимого мужа. 83-18. Мне нравятся ароматы инкогнито и мужской, и женский. Они действительно классные. Так, и она же у меня заказала набор вербена. Зимний. Сейчас у нее сохнет кожа, хотя кожа комбинированная, но кожа сохнет. И вот мы решили с ней такой наборчик взять. Он по хорошей цене. Набор у нас 300 с чем-то рублей из трех средств. Это зимняя линейка вербены. Значит, первый продукт – это ночной крем для всех типов кожи против 7 возрастных изменений. Это вроде как у нас линейка 30+, да, которая уже и борется с возрастными изменениями. Я не брала. Я брала только BB-крем и нахожусь просто в восторге от мицеллярной воды вербена. Она самая крутая, прям вообще супер. Ну, Фаберлик Эксперт Фарма, конечно, самая крутая, но она не бюджетная, а это побюджетней. 0,8, 14, 50 мл кремушек ночной, кремушек дневной в артикуле 0,8, 13. Вот так он выглядит. И крем для кожи вокруг глаз. 0,8, 15, 15 мл. Вот он как выглядит. Я у нее обязательно, она мне потом все рассказывает, что ей понравилось, что нет. Спрошу отзыв. И с вами поделюсь в обзоре следующего каталога. Расскажу, зашло, не зашло. Так, соседка у меня взяла мыло для кухни с гранатом. А нет, она же, девчонка, вот это взяла. Очень понравился аромат. Повторите, 5 в одном решили. Действительно, вот это мыло в прошлом заказе у меня тоже было. Артикул его 302.01, очень круто пахнет. Оно у меня теперь чуть ли не на первом месте. Ну, на первом месте, конечно, все равно кофе, на втором гранат. Вообще классный запах граната. Потому что некоторые мыло для кухни Фаберлик бывают, некоторые ароматы, знаете, такие с тухлиночкой, что ли, скажем так. А вот это классный, действительно, свежий запах граната, вообще супер. Так, дальше поехали. Гамаш. В прошлом заказе он у меня, кстати, тоже был. Тоже девочка, которая сохнет кожа. Я посоветовала ей хорошо ее отшелушивать, а потом увлажнять. Гамаш кислородное дыхание Axiology. Я во много раз его уже в обзорах каталога и везде нахваливала. Это очень крутой продукт. 0271 артикул. Это такой скраб с мелкими-мелкими частичками, гелевая прозрачная, да, текстура у него, и там много таких мелких частичек, которые не травмируют вашу кожу ни в коем случае, они очень деликатные, здорово отшелушивают. Мне больше всего нравится, что в нем, когда вы им пользуетесь, такое ощущение, что кожа ваша начинает дышать, и сквозь нее проходит кислород, и вы это чувствуете, то есть такая свежесть, легкость и дышащая кожа, вот такой эффект от этого гамажа, очень-очень он мне нравится. Так, тут еще гели для рук многочисленные. Девчонки, по советам одна из моих подписчиц купила вот такой вот лак. Он в каталогах не представлен очень давно, но есть на сайте, есть в приложении. Я нашла его по артикулу, она мне посоветовала. Это у нас Berry Shine, прошлогодняя коллекция. Лак в оттенке 76-19. По-моему, какая-то вишня, девчонки.
76-19, если я не путаю, вишня, по-моему, какая-то. Я тогда вам в сюжетах сделаю маникюр, покажу, как он выглядит. Она сказала, ей этот оттеночек очень понравился, и понравился по стойкости. Лак сказала, что очень стойкий. Вот, мне захотелось протестировать, отклеиваю наклейку. Кисточка вот такая вот тут, видите? В принципе, удобная, немножко скошенная. Вот так выглядит. Ну, красивый оттеночек. Это такой, знаете, как и не красный, и не малиновый, а вот что-то среднее. Но оттенок красивый, должен быть, мне кажется, насыщенным. Тюбичек такой, правда, маленький, совсем малышка, да? Ну, в общем, в сюжетах я вам покажу, как это все дело будет выглядеть. Взяли соседки сыворотку для роста ресниц. Она и брови будет мазать, и ресницы. Делала наращивание, сейчас хочет повосстанавливать. 11-24 артикул. У меня и для ресниц, и для бровей есть в запасе лежит. Это классные сыворотки, которые действительно работают, но нужно делать каждый день. Если делаете не каждый день, должного эффекта не будет. Если делаете каждый день, то через дней 7-10 вы уже заметите эффект. У меня начали расти новые ресницы, аж вот здесь в уголке, представляете, вылезла, ее пришлось выдергивать, она здесь ни к чему. Они почему-то становятся ярче, я не знаю за счет чего, какого компонента там ярче, длиннее, гуще. Эффект есть, но нужно проделать курсом каждый день, не забывать. Я делаю один раз на ночь. Как следует, там кисточка на конце есть, да, промазываем с вами линию роста ресниц, и потом щеточкой прочесываем, и этой же кисточкой можно бровки помазать, да. Действительно, работающий продукт действительно восстанавливает ресницы, очень рекомендую. Так, артикул я вам сказала, по-моему, 11-24, да? И девочка у меня заказала восьмой элемент, аромат вот такой вот желтенький или даже зелененький, он тут такая упаковочка, салатовый. Здесь 100 миллилитров, 32-37 артикул, и он действительно классно пахнет. Как-то мы брали его очень давно. Восьмой элемент, вообще многие парфюмы пахнут здорово. И голубой, и красный, вот этот желтенький, он у нас приходит запечатанный в слюде. И сейчас в 19-м каталоге на него, именно вот на этот салатовый, желтый, да, классная цена, на самом деле классная. От меня так здорово пахнет гелем для душа. Бьюти-кафе. Я хочу себе такой парфюм, мне очень нравится. Вообще класс. Прям вот вокруг шлейф прям такой от геля для душа. Прям очень стойкий аромат. Так, вот такая вот водичка идет у нас к знакомой. И, по-моему, девчонки, все. Все мы с вами разобрали. Если я не ошибаюсь, все вокруг валяется навалено. По-моему, все, да. Я безумно довольна глиттером. Хорошо, что я взяла, девчонки. Вам спасибо за отзывы, что делитесь ими в комментариях. Довольна вот этим вот ароматом. Прям на все сто я не могу. Пришел новый каталог. Это у нас уже первый каталог. Он у нас будет действовать с 11 января. Кто по 19-му еще заказы не сделал, я вам советую делать их побыстрее. Прямо вот сейчас, сегодня, завтра, послезавтра. Иначе в праздники можно не дождаться своего заказа, потому что, несмотря на то, что компания увеличила количество поставок, пункты выдачи могут работать в праздники так, как они захотят. Их никто не может обязать работать каждый день. То есть они могут сделать себе все 10 дней выходных, а могут сделать 7, допустим, будете долго ждать свой заказ. Поэтому я сделала, как всегда, его в первый день действия каталога, чтобы побыстрее получить. Здесь у нас за регистрацию будет целая серия Гринли, пятновыводитель, стиральный порошок в первом каталоге, да? Классно, здорово. Кто еще не зарегистрирован, ссылочка под видео, всегда проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться. Ну, я надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Всем новогоднего настроения, всех люблю, целую, всем пока-пока.